7000 подгузников, сотни книг, ходунки, различные средства гигиены сегодня переданы в детские учреждения. Это итог акции «Чужих детей не бывает», которая проходила в рамках весенней недели добра с 22 по 29 апреля. Результат этого года превзошел предыдущие в разы. Валентина Приходько продолжит. Игрушки, книжки, одежда – все, что собрали жители города для детских учреждений, сегодня отправляется по адресам. Больше всего в этих коробках канцелярских товаров, на втором месте по количеству подгузники и средства личной гигиены. Все новое. А ванночки для малышей и ходунки кому-то уже оказались не по возрасту, но они просто необходимы детям в больнице. Для детской больницы собирали также подгузники, вот средства личной гигиены, и все это сегодня передается. Вообще сегодня в 6 образовательных учреждений отвезут гуманитарную помощь. Это вот детская больница, реабилитационный центр «Солнышко Ручеек», детский дом «Олененок», школа специализированная на Воронина и «Калибр» детский дом. Поэтому вот это все очень нужно. Памперсы, отлично. Вот самое нужное, самое необходимое. Вот прям в груди его прижала никому какой. Эти вещи приносили неравнодушные северодвинцы в школы, детские сады, а также в техникумы и гуманитарный институт САФУ. На общую сумму 460 тысяч рублей. Это больше, чем в прошлом году. Курировала акцию «Чужих детей не бывает» опытная в этом деле организация «Дари радость детям», которая несколько раз в год привозит в детские учреждения Северодвинска необходимые вещи. Средства ухода прежде всего. Это памперсы, это салфетки влажные. Это и плюс для детей книжки, раскраски, карандаши. То есть все то, чего нужно ребенку маленькому, чтобы заняться, чтобы отвлечься от той проблемы, по поводу которой он попал в стационар. В рамках весенней недели добра прошла еще одна подобная акция «Нужные подарки». Вещи собирали в торговых центрах, они уже переданы в Красный Крест. Валентина Приходько, Владимир Богомолов, Вестник Северодвинска.